Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас покажу вам, как изменить циферблат на часах Honor Watch Magic, если вдруг у вас телефон не Huawei. Объясняю, в чем прикол для тех, кто в танке. Если вы вдруг купили себе часы Honor, либо же Huawei, они полноценно раскрывают свой потенциал только с телефонами Huawei. Вот такие вот они хитрые гады. И циферблат вы кастомный скачать никак не сможете. Даже изменить, не то что кастомный. Вы просто изменить даже из стандартных циферблатов ничего не сможете. Потому что Huawei просто вырезал эту функцию из приложения здоровья. Вот так вот. И через AI Life тоже не зайдешь. Поэтому для вас, ребятушки, работает вот этот вот метод. Смотрите это видео до конца. Итак, вначале перейдите по ссылке в описании к этому видео и скачайте, не установите, а скачайте архив. Вот так будет выглядеть архив Huawei Watch GT2 Custom Watch Faces. Так будет называться архивчик. После этого распакуйте его в любую папку, абсолютно это не важно, главное, чтобы вы знали, куда вы распаковываете. У меня самый ужасный проводник из всех, которые может быть, это Google Files, поэтому не обращайте внимания, что у меня все идет через заднее место. Вот, получается, теперь здесь, в папочке Download, сейчас, секундочку, внутренняя папка, Download. Здесь у меня есть сам архив, да, и папка, которую я только что распаковал. Huawei Watch GT2 Custom Watch Faces. Нажимаем сюда, открываем полностью этот архив. И что дальше мы делаем? Внимание, у вас все приложения на данный момент должны быть удалены, а часы сброшены до настроек по умолчанию. Как сбросить часы до настроек по умолчанию, можете найти на нашем канале. Что теперь делаем? Теперь мы устанавливаем по очереди все эти приложения. Только начинаем от Huawei Health, а не от Huawei Mobile Services. Итак, устанавливаем в первую очередь Huawei Health. Нажимаем на него, нажимаем установить. Ждем сообщения о том, что приложение установится. Отлично, приложение здоровья установлено. Теперь устанавливаем Huawei Mobile Services. Установить. Ждем установки. То, что не видно статуса, это как раз таки и есть то, о чем я говорил. Проблема этого проводника. Вот приложение Huawei Mobile Services был установлен. Теперь устанавливаем Multiple Faces. Нажимаем «Установить», приложение установлено, и устанавливаем Tai Chi. Приложение из GitHub, открытое, сделано специально для таких случаев, для установки их дополнительных штучек. Все, установили все 4 приложухи, выходим на рабочий стол, затем открываем меню приложений и вписываем Tai Chi. Вот, у нас такой значок инь-янь великолепный. Открываем приложение Tai Chi. Он предлагает нам обновить модуль. Мы обязательно нажимаем «Обновить модуль». Это один из важных шагов. Затем соглашаемся с политикой. Нажимаем, что мы знаем, уже все, не нужно ничего открывать. Отлично. Теперь в правом нижнем углу нажимаем на значок расширения и нажимаем значок плюсика. «Create app» — «Создать приложение». Нажимаем на кнопочку поиска и вписываем health, вот, здоровье, видите, HE вписываем, и все у нас будет уже. Нажимаем галочку, нажимаем create и ждем. Отлично, он говорит, что уже приложение добавлено, и теперь можно удалить то, которое есть. Мы нажимаем ok, нажимаем ok еще раз, приложение здоровья удалено. Теперь нажимаем на это приложение здоровья, которое тут у нас, разрешаем установку из этого источника, возвращаемся назад, нажимаем только сейчас, идет у нас установка приложения из Tai Chi, то есть мы сейчас устанавливаем приложение через Tai Chi в Tai Chi. Нажимаем установить. Окей, нажимаем не показывать еще раз, не будем им давать на кофе, хоть ребята молодцы. Нет, ну вы, конечно, можете. Затем, после того, как у нас уже здесь высвечивается приложение здоровья, заходим опять сюда, опять нажимаем на плюсик и теперь вписываем Who
И у нас здесь будет Huawei Mobile Services. Нажимаем сюда. Нажимаем «Добавить», «Создать». К сожалению, конечно же, не от официальной возможности Huawei урезала возможность другим устройствам Android изменять циферблат на своих часах, но мы это с вами исправляем, все у нас будет хорошо. Все, нажимаем «Confirm», удаляем Huawei Mobile Services, нажимаем «Ок», приложение удалено, теперь нажимаем на него сюда, нажимаем «Confirm», нажимаем «Ок». Он сейчас будет устанавливаться, нажимаем на него еще раз, нажимаем «Установить», ждем установки. Пару секунд, это уже не займет много времени. И, по сути, будем заканчивать. Только минутку еще подождите. Все, success, у нас все получилось, но не до конца. Нажимаем в правом нижнем углу опять на кнопочку, затем нажимаем вторую уже не плюсик, а кнопочку пониже, «Manage Modules». Нажимаем. Нажимаем «Ок». И теперь Multiple Faces, то приложение, которое мы установили, это было модулем для этой приложухи, как вы уже поняли, наверное. Нажимаем сюда на галочку и возвращаемся назад. Все, модуль включен. Возвращаемся на рабочий стол. Вот у нас здесь приложение здоровья уже установлено, у вас где-то в меню, может быть. Открываем приложение здоровья. Соглашаемся там со всем. Нажимаем «Далее», «Далее», принимаем все, что можно принять. Если вам повезло, и Huawei, и вернее, и приложение само попросило залогиниться в сервис Huawei, логиньтесь сразу. У меня такой возможности нет, поэтому буду логиниться позже. Но сейчас нужно подключиться, спариться с часами, спарироваться. Бог ты мой, что я сморозил. Все, теперь нажимаем на кнопочку «Устройство», потом нажимаем «Добавить». Нажимаем «Умные часы». И выбираем, так идет обновление устройств. Тут пока что выберем русский. А тут выберем Huawei Watch GT 2 серия 2. Нажимаем сопрячь. Сопрячь. Подключить. Сейчас будет, вот он нашел уже GT 2 Pro FD9. Идет парирование. Нажимаем подключить. Тут нажимаем на галочку. Сопряжено. Отлично. Нажимаем продолжить. Включить. Разрешаем здоровью в уведомлениях наших лазать, шастать. Возвращаемся назад. Это все такое. Выбирайте. Сразу можете выбрать приложение, из которых будут на часы приходить уведомления. В моем случае календарь, Bluetooth, Gmail, Instagram. Самоздоровье, естественно. Ну, что еще я бы включил? Ну, вы, короче, включаете что-то под себя, подстраиваете. Я под себя построил, в принципе, у меня только Telegram остался, да и все. И нажимаю «Выполнено». Окей. Теперь разрешаете доступ к контакту, к вызовам. Нажимаете «Окей» вот сюда вот. И, как вы видите, у нас есть циферблат. Но вы скажете, раньше они тоже здесь были, когда устанавливались в Play Market, а потом залогинились в Huawei аккаунт, и все, и плакали наши циферблаты. Нажимаете вот «Внимание», секундочку. Нажимаете, видите, тут кнопочка «Еще есть». Нажимаете «Еще», нажимаете «Далее». Нажимаете «Разрешить». После этого Huawei, вы можете увидеть уже, это уже успех, вы можете увидеть циферблаты. Нажимаете на любой, например, на вот этот вот, и нажимаете «Войти», потому что Huawei заставит вас войти в свой аккаунт. Как это сделать? Это тоже очень просто. Вписывайте адрес своей... Ну, во-первых, он у вас должен быть создан, этот аккаунт Huawei. Если у вас не было его создано ранее, тогда создайте его обязательно, без этого не получится. Я впишу данные своего аккаунта. Так, у меня яркость упала, что ли? Нет? Максимум. Так, hardreset.info1@gmail.com. Это мой логин. .com. А пароль вам не скажу, пароль я самостоятельно впишу, потому что я самостоятельный молодой человек. Отлично, я вписал пароль. И теперь нажимаю на кнопочку «Вход». Нажимаю «Разрешить». Ждем входа. Так, что-то мне не получилось. Еще раз входим. Видать, моя самостоятельность не такая, как я ожидал. Так, теперь точно будет правильно. Нажимаем «Вход». Все. Я вошел в свой аккаунт.
и у меня уже пошла установка циферблата. Обычно, когда вы входите в аккаунт Huawei, он просит еще код подтверждения. Нужно будет нажать здесь на кнопочку «Код» синенькую, такую неприметную. Вам на номер телефона придет смс-очка, и тогда все будет хорошо. Но он говорит, что циферблат уже установлен. И вуаля, циферблат из магазина Huawei уже установлен, как вы можете наблюдать. Так мы можем установить абсолютно любой циферблат. Правда, здесь небольшая ремарочка. Если у вас часы Huawei GT 2 Pro, как в моем случае, уж точно у вас все циферблаты будут бесплатными. Если же у вас какой-то GT 2 Sport, либо же просто GT 2, тогда половина циферблатов будут платными. И это печально. Я, конечно же, не завидую. Но это и не мои часы, поэтому вы мне тоже завидовать не должны. Короче, такая вот интересная ситуация. Но сейчас я вам покажу, как установить, скажем так, кастомное. Один раз можно установить один циферблат. Смотрите, как прикольно. Прикольный циферблат. Мне, кстати, нравится. Я бы таким пользовался. Были бы это мои часы. Вот. Сейчас покажу вам, как установить кастомный циферблат. Короче, все на самом деле очень просто. Для начала вы должны зайти в великолепное приложение Telegram. Так, мои переписки, поэтому я ничего вам не покажу, хоть они вам даром не нужны. Заходите, получается, в поиск и пишите S. Заходите в поиск в Телеграме и вписываете вот такую вот надпись SFRAS. У меня есть, но у вас не будет, поэтому вы вписываете вручную. Вот это вот все. SFRAS, Huawei Watch GT. И у вас высветится вот эта вот группа, Public Channel. Открываете этот канал, подписывайтесь на него автоматом. Это не мой канал, но ребята молодцы, поэтому подписаться можно. И у вас будет здесь много-много разных часов с видео, с картинками, как они будут выглядеть, циферблаты. Да, тут их очень много, есть очень много красивых, очень много кринжовых, поэтому выбирайте, что хотите. Вот немножко кринжовый, но выглядит очень футуристично, я вот сейчас хочу его поставить. Как это сделать? Как установить этот циферблат сейчас на вот эти вот замечательные часики? Делать это на самом деле очень просто. Так, давайте я установлю больше яркость, потому что мне кажется, что вы ничегошеньки не видите на этом маленьком экранчике. Секундочку. Вот так будет лучше. Смотрите. Вот есть эти часы, этот циферблат. Как его установить? Под каждой картинкой циферблата есть значок, вернее, есть файл для скачивания. В правом верхнем углу возле этого сообщения есть три точки. Нажимаем на него и нажимаем «Сохранить в загрузке». Вторая кнопка с вот таким вот значком, стрелочка в пол ударяется. Save to download в моем случае, потому что на English. Вот. Файл скачан. Теперь что мы делаем? Внимание. Переходим обратно в приложение Huawei Health. Да, мы здесь находимся. Нажимаем там где циферблаты кнопочку «Еще». Пусть многие уже могут довольствоваться тем, что тут есть. Это не все, что можно установить. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем «Выгрузка циферблат». Нажимаем «Разрешить» и нажимаем «Да». После этого вы увидите здесь файл, который вы только что скачали, но не ведитесь на это обманка. Не качайте его таким образом. Вы должны, ну, у вас это будет в недавних отображаться, вот в этом самая большая проблема, да. Вы должны будете перейти, нажать в левом верхнем углу на три палочки. Затем нажать обязательно на название вашего устройства. У меня это Moto G9 Plus. Вы на свое устройство нажимаете, будет название вашего устройства. Затем нажимаете на... Открываете папку Download, то есть загрузки, куда Telegram, собственно, и скачал этот файл. И вот этот файл health.hvt, я по времени смотрю 6.50. Это тот циферблат, который мы скачивали. Кстати, не знаю, что... А, нет, это тот архив, который мы скачивали, да. Вот, этот циферблатик, который мы только что скачали. Нажимаем на него и нажимаем, видите, установить health.hvt на часах. Все циферблаты, которые вы будете скачивать, кастомные, будут иметь разрешение .hvt. Huawei Watch, походу. Нажимаем «Установить». Идет установка. Ждем. Отлично. Установились. Но на циферблате вашем ничего не изменится. И вы подумаете, что все нас кинут. Но нет, вы должны, во-первых, перейти в пункт «Я». И здесь, как вы видите, ничегошеньки не изменилось. Тоже.
Да, возможно, что у вас изменится, но у меня ничего не поменяется. Поэтому что вы должны сделать? Во-первых, алгоритм такой. Отключаете приложение, то есть Huawei Health, заходите в него еще раз, нажимаете ОК, хорошо, нажимаете устройство, нажимаете Huawei Watch GT 2 Pro, нажимаете еще там, где циферблаты, нажимаете опять «Я». И у вас в конце самом появится вот такой вот циферблатик. Это такой значок будет для всех ваших кастомных циферблатов. Не будет отображаться его миниатюрка. Это единственная проблема. Вам нужно будет по названиям ориентироваться. И видим Health, вот этот вот Health, точнее, 3. Это тот циферблат, который мы только что с вами установили. Теперь нажимаем на него и нажимаем «Настроить по умолчанию». И как вы видите, у нас установлен циферблат. Он нам говорит, что этот дизайн больше недоступен, но вы по-прежнему можете его использовать на своих часах. Это, в принципе, нам и нужно. Больше ничего и не надо. Как вы видите, кастомный циферблат успешно установлен. Вот у нас какой-то дяденька сканируется. Выглядит это достаточно круто, если честно. Мне очень даже нравится. Ну, скажите, круто выглядит, посмотрите. Время, калории, еще что-то. Ну, конечно же, выглядит кринжово, но все равно круто то, что мы смогли установить абсолютно кастомный циферблат. Ребята, я уверен, это видео помогло вам, потому что способ рабочий уже не один год. Просто ребята на GitHub хранят его почему-то в тайне. На 4PDA тоже есть инструкция, кстати. Поэтому мы для вас всех сделали упрощенную, такую простую версию. Поэтому, ребята, устанавливайте циферблаты на свои часы Huawei Watch GT 2 Pro. Ну что ж, а на этом мы закончим. До скорых встреч. До свидания. Добра вам.